Дождливый Владивосток на связи, друзья, а я рад в этом видео вам поднять настроение вот этим черным красавчиком. Это Porsche Cayenne Coupe для нашего клиента. Поедет данная машина на Москву. Опять привозим, друзья, люкс. Недавно показывали 992 Porsche, теперь Porsche Cayenne. Давайте смотреть на него внимательно. Ну что, друзья, снова спешу порадовать вас люксом, премиумом и все в таком духе. Привезли мы, worldcar.ru, данную машину. Это Porsche Cayenne в исполнении купе. То есть, посмотрите, крыша скошена у нас, купе. Это 19 год выпуска, 3 литра бензин, полный привод, друзья. И очень хорошее состояние. Купили мы данный автомобиль, друзья, в Корее. Клиент обратился, искали для него Porsche Cayenne купе. И, соответственно, нашли. Черный красавчик был на Инкаре. Посмотрели объявление по базам. Там было все окей. Поехали, посмотрели автомобиль вживую. Получил клиент фотоотчет, видеоотчет. И, соответственно, его все устроило. Мы данного красавчика купили. Черный цвет, друзья, на красном салоне. 20 тысяч пробега у автомобиля. Соответственно, это, друзья, у нас первое поколение. Бензин, не гибрид, 3 литра, полный привод, 340 лошадиных сил. Так, давайте начнем изучение данного автомобиля. И для этого откроем дверь водительскую. Открываем водительскую дверь. Дверь у нас, кстати, с доводчиком. Пожалуйста, получаем вот такой красный салон. Как кто-то у нас говорит, африканочка. Пожалуйста, на электрорегулировках, на музыке базе, на панораме. И вот пахнет, друзья, в салоне абсолютно новым автомобилем. 20 тысяч пробег, друзья, у нас. 2019 год выпуска, 11 месяц. Давайте посмотрим, как работает доводчик. Сильно я закрыл. Вот и дверь притянулась. Задний ряд, пожалуйста. Посмотрите, ничего здесь у нас не заляпано, не затерто. Просто новое состояние. Музыка базе, как сказал ранее. Коврики. Подлокотник-подстаканник. Пожалуйста, здесь у нас вентиляция, подогрева сидений и USB Type-C разъемы. Что касается дисков, у нас оригинальные литые диски от Porsche. Очень красивое литье. Мне нравится рисунок. Выглядит классно. Резина Pirelli, друзья. Так, и по размерности, что у нас? Давайте посмотрим. 315, 35 на 21. 21 катки. Оптика задняя. В идеальном состоянии. Ну и посмотрим, конечно же, что у нас творится по низу. Всегда мы это смотрим вместе с вами. По низу все хорошо. Открываем электропривод пятой двери. Заводская пленочка. Хороший багажник. Полочка, видеорегистратор. Здесь усилитель, как я понимаю, базе. И дверь также легко и быстро мы закрываем. Камера кругового обзора на данном автомобиле присутствует. И давайте покажу вам ключик. Ключа у нас пришло два. Вот так красиво они выглядят с брелком Porsche. Управление мультимедией, климатом. Все у нас здесь сенсорное. Пожалуйста, вентиляция, подогрев сидений. Управление стойками, амортизаторами. Управление режимом езды. Normal Sport, Sport Plus, Individual. Часики, как мы видели, это с вами в 992-м. Бардачок. Ну, спокойно сюда А4 помещается. Мне как-то под видео сказали, что я говорю не то, что есть на самом деле, что бардачок, допустим, маленький, а я говорю, что он большой. Ну, не знаю, друзья, у каждого свой взгляд на вещи. Я говорю то, что вижу. Давайте посмотрим оптику. Оптика светодиодная, как всегда, вот такая фирменная, 4 линзы.
по разным сторонам. Ну что, друзья, очень красивый, конечно, автомобиль. Купе мне нравится. Купе даже больше нравится, чем обычный Каен. Такой городской стиляга. Красиво выглядит. Высокий достаточно дорожный просвет. Достаточный. По дорогам ездит. Ну и, как всегда, конечно, лючок вы можете просто открыть. Вот так. Скажи, пожалуйста. Если в японцах вы постоянно что-то там должны открывать, здесь ничего такого нет. Давайте усядемся в салон и посмотрим, чем он примечателен именно там. Ну что, друзья, нахожусь я в салоне Porsche Cayenne. Сидеть очень удобно. Диапазон регулировок просто сумасшедший. Можно вверх, можно вниз. Боковая поддержка отличная. Все в этом плане здорово. Действительно, друзья, здесь просто разнообразное количество всевозможных регулировок. Все это работает быстро, четко, грамотно. Пожалуйста, руль мы с вами получаем кожаный. Приборная панель. Все необходимые показатели. Сейчас работает вентиляция сидений у нас. Климат работает. Пожалуйста, все. Вот так вот мы с вами, друзья, можем переключать. Либо вот этим джойстиком небольшим, да, шайбой. Либо, соответственно, сенсором. Сенсорная у нас также панелька. Здесь вы можете все настраивать. Климат, освещение. В общем, все в этом плане можно делать. Думаю, что данный автомобиль, конечно, можно прошить на русский. Сейчас попробую здесь на настройках пока пошиться и включить для клиента уже английский язык. Ну вот, друзья, буквально два клика у меня заняло, и я настроил уже все на английский язык. Пожалуйста, есть и режимы off-road. Различной степени сложности, да, пожалуйста, грязь, гравий, снег и так далее. Сейчас у нас играет радиодача. Соответственно, здесь у нас и по системе безопасности также автомобиль напичкан просто изумительно. Есть все необходимые системы безопасности. И что интересно, включение почему-то камеры и парктоника вынесены у нас вот здесь. То есть я нажимаю здесь кнопочку, и появляется вот у нас, пожалуйста, камера. Можно сделать омывание фары, омывание камеры, прошу прощения. Вот, пожалуйста, побрызгали, камера у нас омылась. Стало, по-моему, только хуже. Качество картинки потрясающее, друзья. То есть видно все хорошо. Вот у китайцев, у новых китайцев вот такая же примерно картинка. Соответственно, можно закрывать панораму вот здесь. То есть вы можете открыть только шторочку, но саму крышу, как я понял, вы не откроете. Можно настроить музыку. Соответственно, премиальная акустика от базе позволяет вам настраивать более тонко. Все, что вам необходимо, добавить басов, добавить средних, высоких частот. Панелька, друзья, соответственно, это мягкая. Все очень приятно. В данном Porsche Cayenne купе ощущается. Ну и, соответственно, здесь у нас управление круиз-контролем. Давайте теперь посмотрим, что у нас под капотом. Парочку слов о коже. Кожа плотная, прям хорошего качества кожи, как у BMW. Даже не просижена. То есть есть, конечно, небольшие складочки. Кожу почистить, и будет как новенькая. Пожалуйста, 3 литра, V6, друзья, бензин, полный привод. Все скрыто, все очень четко, классно выглядит.